Bullseye. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димак, и сегодня я расскажу об одной проблеме, которая произошла со мной совершенно недавно, а точнее после обновления Antunet. Обновление версия 3.20.7.0. Точно не могу сказать, что это произошло после обновления, но именно когда обновление установилось, я зашел в игру, и у меня появилась именно такая проблема. Проблема заключается в чем? У меня перестала работать мышка и клавиатура. Ну, мышка относительно не работает. Все-таки зайти, например, в настройки и показывать, что у меня здесь все работает, то есть все установлено. Бегать вперед, назад, право-влево, прыжок и спринт, shift. Вот нажимаю сейчас escape, назад, то есть не работает. Если мышкой надо, ну, естественно, все сработает. Вот давайте зайдем в синглплеер, зайдем на карту Pay, и я вам покажу, что я действительно, ну, что действительно клавиатура не работает, хотя она подключена, и все драйвера я обновил, то есть вот, все, она не работает. Могу только чат открыть, видите, чат открываю, любой из чатов могу открыть, все, что еще могу, сейчас вот по клавишам прям пробегусь. Ну да, чат открывается. Все, больше ничего. Бегать, прыгать ничего не могу. Абсолютно. Только и ударять. Мышка тоже не работает. Как это исправить? Ну, вообще, проблема в чем? Это не проблема не в Antunet, а в браузере. У меня на компьютере установлен браузер. Браузер называется Яндекс. И проблема в нем. Его система Protect как-то... Ну, что-то ей, видать, не нравится в файлах Antunet, и... Я не знаю, почему. Даже не знаю, как вам это объяснить. Но давайте я сейчас закрою игру через диспетчер задач и перемещусь в браузер, и постараюсь вам все объяснить. Давайте посмотрим. Заходим вот такую... Три палочки нажимаем. Нажимаем настройки, безопасность, и смотрим. Действительно, я заходил буквально, ну, 4 минуты назад в Antunet. И вот пишет, что ошибки вот выдает мне за сегодняшний день. Вот я еще вчера заходил. Час, в 2 ночи. Ну и сегодня заходил. Очень много раз пытался, вот видно, что я пытался зайти, как-то исправить, перестанавливал Antunet. И ничего не помогало. Подробности, вот все, что здесь написано. Как это исправить? Просто... Доверие этому приложению делаем. Вот доверенное приложение появляется Antunet. Можно удалить, но я этого не буду делать. И давайте зайдем опять в Antunet и посмотрим, исправилась ли ошибка или нет. Так, ну что ж, вот я переместился в Antunet. И давайте нажмем Escape. Все работает. Видите, то есть я сейчас нажму Play, Single Player. И та же самая карта Pay. Заходим на карту. И я, у меня уже работает полноценная мышка, инвентарь и все такое прочее. Ну что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, я многим помог. Честно, вообще не ожидал, что такая фигня произойдет со мной. Я очень долго искал по интернету, как это исправить. Даже говорили, что даже Windows переустанавливали, помогало. BattleEye удаляли, помогало. Ну я не знаю. Мне помог вот то, что я добавил вот это вот. Точнее, вот с этим Яндексом разобрался. Ну, мне Яндекс браузер нравится. Просто нравится, я другим не привык пользоваться, привык только вот им. Ну, как бы вот. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Димак. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Увидимся в новом видео.